Ну а тем временем в стране сегодня празднуют День защитника Украины. Государственным праздником 14 октября стало в 2015 году, тогда соответствующий закон приняла Верховная Рада. В Одессе его отметили по-своему, политическая элита посетила парк Шевченко, где к памятнику Кобзарю возложили цветы. После этого губернатор Максим Степанов поздравил военных и наградил участников АТО почетными грамотами. Захисник України не лише чоловік. Серед бійців Збройних сил України, Нацгвардії, добровольців, волонтерів, дуже багато жінок. Ми зможемо переконатися в цьому прямо зараз. Я аплодую вам, наші відважні берегині України. Для меня, во-первых, это праздник, и во-вторых, праздник молодой, потому что он несколько лет, мы только его отмечаем. Вот, это праздник, это действительно праздник, это мы чествуем вооруженные силы, и в первую очередь, мне кажется, матерей наших, которые все-таки переживают за нас, ждут нас живыми и здоровыми. День защитника Украины не случайно совпал с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Для запорожских казаков Дева Мария являлась заступницей. В 99 году своим указом тогдашний президент Леонид Кучма объявил 14 октября днем украинского казачества.